Приветствую вас, друзья мои! По первым кадрам вы видите, что в апреле высокий туристический сезон. Апрель – это весна в разгаре. Вечный город весь в цвету. Температура днем поднимается до 25. Уже приятно тепло, и многие из туристов начинают раздеваться. Хотя к вечеру иногда бывает и прохладно, но все равно по-весеннему. В Риме вовсю идет подготовка к празднованию дня рождения города. Основные мероприятия будут проходить 20 и 21 апреля на территории Большого цирка и улицы Императорских форумов. К этой дате каждый год испанскую лестницу украшают азалиями. Не пропустите эту волшебную красоту. Несмотря на то, что сейчас в Риме остановки метро «Республика Барберини» и площадь Испании закрыты на ремонт, до любой из этих остановок всегда можно дойти пешком. Еще 21 апреля в Италии католическая Пасха. В Италии этот праздник празднуют два дня, и поэтому 21 и 22 апреля все будет закрыто. А 19 апреля – Великая Пятница. Вечером у Колизея будет шествие с Папой Римским Франческо. Это небольшая вступительная часть о предстоящих мероприятиях в Риме. Но сейчас мы с вами находимся на площади Святого Петра. И именно отсюда я начинаю свою прогулку. Если вы уже в Риме или только планируете, не пропустите выставку, посвященную 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Она находится в крыле Карла Великого в колоннаде Бернини на площади Святого Петра. Продлится она до 22 июня 2019 года. Вход свободный. Здесь представлена всего одна картина Леонардо да Винчи – «Святой Иероним». Он изображен в образе отшельника. Неоконченной картиной кисти великого итальянского художника, единственным холстом Леонардо с папских коллекций музеев Ватикана, можно будет 3 месяца любоваться в этом тихом местечке, в крыле колоннады Бернини. С 1932 года эта картина выставлена в 9-м зале Пинакотеки музеев Ватикана, рядом с салоном, посвященным Рафаэлю. Но, к сожалению, сколько раз я была в музеях Ватикана, ни разу не видела картину. Она все время путешествует по миру. Это единственный шедевр Леонардо да Винчи в Риме. Картина дошла до нашего времени в испорченном состоянии. Она была обрезана и даже распилена на 2 части, одна из которых служила столешницей в лавке, а другая – крышкой сундука. Ее нашел французский кардинал Фэш в антикварной лавке. На выставке в зале находится документ из исторического архива Ватикана. Здесь написано, что Леонардо получал за свою работу 33 золотых дуката в месяц, а также о том, что, проживая в апартаментах, предоставленных ему в Бельведере, было все самое необходимое для того, чтобы он мог писать картины. Не упустите возможности увидеть эту картину. Эта аббревиатура буквально переводится «Сенат и римский народ – то, на чем держится могущество Рима». Надпись является почти фирменным знаком города. Она добавлена на герб Рима с XIV века. Оранжевое здание справа – это дворец исповедников, который я вам показывала совсем недавно. Прогуливаясь по Виа делла Кончелиационе, по улице Примирения, можно свернуть направо, и вы выйдете на Корсо Виттория Эммануэля II. Эта улица по прямой приведет вас к Колизею. По дороге вы можете встретить очень много достопримечательностей Рима. Ну а я хочу пройти по мосту Святого Ангела и выйти на Виа дель Банко ди Санто Спирито, откуда открывается живописный вид на замок Святого Ангела. We'll be right back.
С моста Святого Ангела переходим дорогу и попадаем на Виа дель Банко ди Санто Спирито, в переводе «Улица Банка Святого Духа». Витрины, украшены к католической Пасхе. Ну и как всегда, заглянем в продуктовый магазин. Этот магазинчик, уверена, будет вам полезен, и вы сможете выбрать себе что-нибудь перекусить. Узенькие улочки Рима, они, как всегда, прекрасны и передают атмосферу средневекового Рима. Площадь инжирного дерева. Здесь находится замечательный бар, а на дереве на самом деле растет инжир. Замечательные римские ресторанчики со столиками на улице. Можно зайти внутрь ресторана, а можно перекусить прямо на улице. В такую прекрасную погоду туристы выбирают столики на улице. С одной из узеньких улочек я вышла на самую красивую и самую барочную площадь Рима – площадь Навона. Активная жизнь на площади Навона началась во второй половине 15 века, когда здесь был рынок, на котором продавали овощи, мясо и различный товар. Это был и рынок, и место встречи, и здесь же проводили всевозможные мероприятия и торжества. Потом достроились дома, фонтаны. И уже в середине XVI века площадь приобрела свой неповторимый вид. В это время над ее благоустройством работали великие архитекторы эпохи барокко. На площади Навона есть церковь. Каждая церковь в Риме названа в честь какого-либо святого. Сейчас мы находимся в церкви Святой Агнессы. Когда на площади Навона находился древний стадион Домициана, где проводились соревнования до середины V века, на этом месте была замучена 12-летняя девушка Агнесса. В честь ее и была построена эта церковь. По легенде, Агнесса дала себе обет целомудрия и отказала в близости и замужестве одному богатому римлянину, который влюбился в нее. За это бедную девушку бросили в бордель, который находился на стадионе Домициана. Но ни один из мужчин, приходивший туда, так и не смог лишить ее девственности. Кто приближался к ней, тут же терял мужскую силу. Агнессу обвинили в колдовстве и голую вывели на арену стадиона. И тут начало происходить чудо за чудом. Агнесса, защищаясь, начала показывать свои магические возможности. Сначала мгновенно отросли волосы, чтобы прикрыть наготу тела. Потом ее пытались сжечь на костре, но пламя все время гасло.
Чтобы ускорить смертную казнь, один из солдат мечом отсек голову Агнессе. Девушка была похоронена, а место гибели стало местом поклонения христиан. И в 1123 году на этом месте построили церковь, в которой мы сейчас находимся. А сейчас через этот замечательный бар давайте пройдем с вами в Палаццо Браски, которое находится также на площади Навона. Когда-то это здание было построено для папского семейства. Сейчас здесь находится замечательный музей, где собраны удивительные картины, иллюстрирующие жизнь в Риме от Средневековья до XIX века. Кто знаком с Римом, думаю, будет интересно посмотреть, какой был Рим 2 века тому назад. А это вид из окна Палаццо Браски. Есть залы в Палаццо Браски, которые мне нравятся больше всего. Вот именно их я вам сегодня и покажу. Эта картина была написана в 1844 году, то есть 175 лет назад. Скажу больше, что здесь мало что изменилось. Мы гуляем по этому парку почти каждый день. В моих видео вы не раз видели этот парк. На картине изображен праздник весны. Посмотрите, Колизей, акведуки. Римский форум. Все эти картины написаны почти в одно и то же время, в 1840-х годах. Внизу справа картина с изображением Пьяцца дель Пополо. Написана она была в 1610 году. Площадь Навона, на которой мы сейчас с вами были, картина 1625 года. Вот вам и рыночек, и тусовка. А так выглядела Капитолийская площадь в 1667 году. Церковь Тринита дей Монти, которая находится на возвышенности Испанской лестницы. Площадь Святого Петра, такой она была уже в 1843 году. А таким был пантеон со ослиными ушками в 1837 году. Латеранский дворец или базилика Сан-Джованни ин Латерано, 1857 год. Замок Святого Ангела и многие-многие другие картины. Я просто обожаю эти залы. А это еще вид из окна, но теперь уже на площадь Навона. Вы посмотрите, какой прекрасный вид открывается с Палаццо Браски. А в этом зале собрано несколько картин, которые показывают нам прекрасные панорамные площадки Рима. А здесь вдалеке виднеется Колизей, посмотрите. Удивительно красивые картины, а этот холст огромный во всю стену.
Здесь же, в Палаццо Браски, я нашла совсем крошечный макет Рима. А эту картину, думаю, и представлять вам не надо. «Пьяцца дель Пополо». Холст был написан в 1877 году. Пантеон, конечно же, был построен задолго до рождения Бернини, но в XVI веке папа Урбан VIII решил подправить пантеон и поручил это сделать Бернини. Он попросил его сделать колокольни, тем самым оставить след в истории. Колокольни сразу прозвали ослиными ушками. Башни стали давать трещину и выглядели неустойчиво. Но с такими ослиными ушками пантеон простоял до 1883 года, а затем их убрали. А на этом наша прогулка заканчивается. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. И до новых видео, друзья!